Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 13. Урок 29. Найди множество значений выражения. 16995 прибавить 32040, деленное на а. Если переменная а принимает значение из множества 1, 8, 10, 40, как изменяется значение этого выражения с увеличением а? И почему? При а равном единице подставляем в наше выражение. Получается 16995 прибавить 32040, деленное на 1, равно 16995 плюс 32040, потому что при делении на единицу получается то же самое число. Сосчитаем. 5 прибавить 0 – это 5. 9 прибавить 4 – это 13. 3 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 9 плюс 0 и плюс 1 будет 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 6 прибавить 2 будет 8 и прибавить 1 будет 9. К 1 прибавляем 3 будет 4. Ответ 49035. При а равном 8 подставляем наше выражение. Получаем 16995 плюс 32040, деленное на 8. Посчитаем. 32040 разделить на 8. Находим первое неполное делимое. Это 32. 32 разделим на 8, берем по 4. 4 умножаем на 8 будет 32. Остаток 0. Сносим 0, делим на 8, берем по 0. Сносим 4, третье неполное делимое. Делим на 8, берем по 0. Сносим 0, получаем 40. 40 делим на 8, берем по 5. 5 умножаем на 8, будет 40. Ответ 4005. К 16995 прибавим 4005. 5 плюс 5 будет 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 9 плюс 0 и плюс 1 будет 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 9 плюс 0 и плюс 1 будет 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 6 плюс 4 – это 10, да еще 1 – 11. 1 перепишем, а 1 в следующий разряд. Итого у нас получилось 21 тысяча. Обратим внимание, у а у нас увеличивается. А значение выражения у нас, верно, уменьшается. При а равном 10 подставляем 10 в наше выражение. Получается 16995 прибавить 32040, деленное на 10. Мы получаем 16995 плюс 3204. Убираем по одному нулю в делителе и в делимом и делим число 3204 на 1. При делении любого числа на единицу мы получаем то же самое число. А теперь прибавим данное число к 16995. 5 плюс 4 будет 9. 9 плюс 0 будет 9. 9 прибавить 2 будет 11. 1 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. 6 плюс 3 и плюс 1 – это 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. Это 2. Ответ – 20199. Обратите внимание, значение выражения понемногу уменьшается. При а равном 10 – 16995 делим на, при а равном 40, делим на 40, получаем, убираем по одному нулю и 3204 делим на 4, получаем 801. Прибавляем к 16995
В итоге получаем 17796. С увеличением а значение выражения уменьшается, так как а является делителем, а чем меньше а, тем меньше и частное, а следовательно и сумма. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.